Привет, меня зовут Злата. Я вы Николай. Бухты-барахты. Нос свой вижу. И сегодня мы будем смотреть, удивляться, не понимать, разбираться, смеяться. А что это значит? Что сегодня рубрика Надо плейс. А сейчас мы успокоим? А нет, не успокоим. Потому что мы будем играть приложение. Так, начинаем играть. Для начала заходим в App Store, смотрим новинки недели. Что это на приложение? Cinemimas. Давайте посмотрим видео. Ой, это игра про копателей. Здесь можно собирать монетки и копать камни. Как здорово! Давайте его скачаем. Ждем, когда загрузится. Начинаем играть. На что надо нажать? Давайте нажмем кнопку «Копать». Интересно, что же будет? Начинай игра. Пай! Начинаем копать. Нужно собирать монетки. Переходим на следующий. От камней надо уворачиваться. Зарабатывать. Ай, послал муравей! Шумим далее. Надо отремонтировать. Заходим в мастерскую. Здесь нужно собирать предметы. Найдем нам понадобится 2 предмета. Выбираем косточку и масло. Нажимаем попробовать. Предмет появится через 10 минут. Мы не будем ждать. Предмет готов. Дайте посмотрим результат. Ладно, предмет полазнича. Еще шагаем. Теперь споладлем. Станет легче. Нужно собрать больше монет и увернуться от всех камней. Давайте попробуем 10 уровней в пыльце. Если вниз провести пальцем, появится бур. Осторожно! О, бревно! Оно нам пригодится. Кристаллы. Карандаш. Ну вот, шахта сломалась. Надеюсь, получится лучше. У нас кончилась энергия. Но ее можно восстановить. Посмотрите видео. Вот видео закончилось. И начинаем играть. Золото нам пригодится. Осторожно. Ура, бун. Ну вот. Давайте выберем уровень посложнее. Вот снег. Ура, ура, ура. Вот и так. Ой, осторожно. Камни. О, это очень сложный уровень. Энергия восстановилась. Начинаем копать. Это было очень опасно. Тут у нас наше наряжение. У нас есть каска, палка. У нас есть одежда для того, чтобы сжигать кристалл. У нас есть фонарь, чтобы в сокчёл не было темно. И у нас есть колечко. Рабочий женат. Сюда я же буду добавить ожерелье. Нажимаем на домоточку. Тут у нас маленькая лабатуля. Выбираем кость. Выбираем масло. И нажимаем создать. И ждем, когда появится предмет. Здесь у нас рынок. Здесь можем продать предметы. Здесь можно создать клан или поселиться ребятам. Вместе играть всегда веселее. Нажимаем на следующий. И это у нас карта. Здесь мы можем выбрать ладежки. Здесь можем выбрать уровень. Есть сложные, а есть легкие. Легких мало камней. Сложных много камней. Есть динозавры, есть черви. Тату на нас нападают и хотят съесть. Нам нужно от них уворачиваться или сверлить их булом. За монетки Татуа мы заработаем. Мы сможем купить новый бул или одежду. Татуа поможет нам лучше играть. Присылайте ваших стиликопов в Инстаграм. В следующем выпуске мы покажем самого красивого. И увидим все. И поразим его привет. Приложение мне понравилось. Мы могут играть как взрослые, как и дети. И там много очень интересно. Всем рекомендую.
Напишите, как вам это приложение. Ну вот и все. На сегодня хватит гладь. Пора делом заняться. Пишите комментарии. Ваши любимые приложения. В следующем выпуске мы поиграем в самые интересные. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Не забудьте подписаться на мой инстаграм. Скоро будет новый заголожиш. До новых встреч. Всем пока.